Всем доброе утро. Мы уже позавтракали. У нас сегодня такая пасмурная погода, так что никуда идти неохота. Да и никуда особо сегодня не надо идти. Это очень хорошо, у нас на улице идет дождик, пришла уже прям, знаете, такая осень-осень. И я сейчас в ванной, мне надо же забрать сушилку. Я постирал свои кофты. Так что нужно их сейчас разобрать. Я, кстати, притирался в гардеробе вчера. И вот, убрал всю лишнюю одежду в пакет, достал свитера зимние, осенние. Так что все, вот это тоже, скорее всего, вот эту рубашку я уберу. Потому что она у меня уже большая стала. Вот, до следующего года, может, в следующем году ее отдам перешить немножко, вот. И эти так и оставлю. Вот это, скорее всего, тоже уберу. Потому что она смотрится на мне сейчас не очень. Ладно, все, буду разбирать белье, и потом немножечко еще посижу за компьютером. Ну, в общем, смотрите, вот что мне нужно будет убрать вот этот вот пакет. Я специально приспосабливаю вот этот вот пакет из монетки многоразовых к вещам, которые зимние, я их летом убираю сюда, а потом, наоборот, летние убираю сюда, или то, что не ношу. Короче, да, сейчас буду вот это все убирать сюда, и потом уже покажу, что у меня там творится в гардеробной. Все, я убрался, это у меня отправляется на выброс. И что сказать? Это пакет уже мусор. Вот так вот у меня получилось прибраться в гардеробную. Здесь висит моя одежда. Здесь немножко освободил пространство, разобрал пакет, который у меня из предыдущей комнаты был. Здесь тоже немножко рассортировал. Теперь здесь висит по группам. Сначала висит верхняя одежда, здесь жилетки, старое пальто, которое я продаю, кстати. Какие-то такие обычные курточки. Джинсовка, ее надо будет постирать, когда уже точно носить не буду. Вот. Дальше идут футболки, потом идут рубашки, потом идут просто кофты легкие, потом уже кофты такие потяжелее идут. И здесь пиджаки. Вот. А тут у меня джинсы и кофта. Такая большая, в которой я снег зимой чищу. Вот так вот у меня получилось. Очень даже теперь хорошо выглядит. И можно даже зайти сюда. Так что на первое время подойдет. Ребята, я уже пошел на прогулочку, вышел, сходил до леса, набрался в этот штатив для видео в ТикТок, хотел снять какое-то, снял несколько нарезочек, так что, кто подписан в ТикТоке, смотрите, наверное, это видео уже выйдет ко мне, эту публикацию влога, что я сейчас наснимал. Вот, и сейчас я уже иду домой, тут ходил в это же место, где вот мне понравилось, то помните? Он, кстати, вот, смотрите, уже все листики, большинство листьев опали, все такое сегодня дождливое, хмурое, но мне нравится такая погода, в этом, знаете, что-то есть. Сразу же я сегодня надел свой свитер, сразу же хочется что-нибудь такое уютное завернуться, дома посидеть, не думаю, ладно, все равно схожу на прогулку быстренько, не помешает пройтись все равно. Вот, ну, в принципе, у нас тепло, вот я только в одном свитере, и под низ я надел майку, потому что этот свитер колючий. Вот. И мне хорошо, так я даже не замерз. Вот. И наскафает мелкий дождик. И я иду домой.
Вот такой вот у нас здесь лес красивый. Вот, сейчас посмотрите здесь, как хорошо сделано. Здесь такая полянка есть, тут невысокая трава. И это потому, почему она здесь такая странная среди зарослей, потому что сюда обычно льва выпускают каких-нибудь, знаете, там коров или еще такого, козочек, или же просто хозяева скашивают здесь траву и уносят сюда, и получается старая трава вся скошена, и здесь вот растет такая вот зелененькая, хорошенькая, ровная травка, очень красиво. На том поле, где дальше, тоже вам потом покажу, там тоже видно именно участками. Ну вот, ну тут вот очень, видите, так симпатично. Вот если бы все так было, было вообще замечательно. Ну и все, вот я уже вышел на наше поле. Сюда. Ну я сейчас, получается, прямо. И до туда минут, наверное, 5 топать. И я буду уже на своей улице. Там мы недалеко живем от этого конца. Здесь тоже красивый такой участочек леса. Мне очень нравится снимать такие леса. И вот, кстати, видите, тоже тут косили. И новая зелененькая травка. Да, кстати, кто помнит, где я потерял свое предыдущее кольцо счастья в прошлом году, получается. Это было ровно год назад. Да, примерно так. Вон там вот я его потерял. Вот такое же кольцо сейчас покажу. Опа, вот такое. Ой, что снимаю? Вот такое вот кольцо счастья я потерял. Это другое уже мы тогда заказали. Да, вот там вот. Фу, да, все, я вышел отсюда и теперь иду уже к себе домой. Буду греться, наверное, сделаю себе чай. Переоденусь, потому что немножко одежда все-таки влажная, так как дождик капает. Вот, все, домой иду. Пришел домой, мы решили сделать вот такие вот слойки из слоеного теста и яблоко. Тут просто обычные яблоки и яблочное пюре тоже. Ну, просто, знаете, яблоки в блендере сделаны, и все, без сахара, без всего. Сверху смазали молоком, и все, теперь это все отправляется в духовку на 180 градусов до готовности. Все, ребята, вот такие вот слойки у нас получились. Ну-ка, тихо, и снимаю. Вот такие вот классные, красивые, вкусные. Так что все, будем сейчас кушать и пить чай. Так что всем приятного аппетита. Все, ребят, это заканчивать это видео. Ну-ка, тихо! Чё ты? Миша! Нет, почему, когда я начинаю снимать, ты начинаешь гавкать? Иди отсюда! Все, буду заканчивать этот ролик. Сейчас буду драться на кухне. У меня вот сколько уборки. Так что сейчас быстренько уберемся, смонтируем влог. И надо еще в душ сходить и спать будем ложиться. Так что всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на мой канал, поставить большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.